Лада Калина, друзья. Как благородно это звучит. Это не какое-то бездушное цифровое обозначение, как бывало с восьмерками, десятками. Это целое имя. Правда, она была сделана все же на платформе девятки-десятки, но это уже время 90-х сложностей и проблемы, которые мы никогда, походу, не забудем. Уже начиная с 2004 года в продажу пошли седаны и хэтчбеки. Было принято считать, что именно они сделают кассу. Пока не появился универсал, который взял и положил этих ребят на лопатки, потому что он был более, так сказать, гармоничен и универсален. И при этом они еще не сделали дизайн смеющийся дельфин. Вот тогда бы все девчонки попадали к вашим ногам. Но мы все помним, что Калина появилась в начале нулевых, а это значит, что все острые углы автомобилей были сглажены. То есть машина попала в своего покупателя благодаря интерьеру и экстерьеру. Ну, кроме вот этих сидений от Volvo XC60. Это уже, так сказать, прихоть владельца. Такое на заводе у вас будет еще через полвека. Как опция. Вы, конечно, можете подумать, что я тут насыпаю тонны сарказма, но нет. Всего лишь пару килограмм. Потому что для тех лет на опции действительно не скупились. Тут был электрокорректор фар, АБС, подушки безопасности. А чего стоит одна цветовая гамма? Апельсин, дюшес, киви, слива. Это сейчас все застряло. И пишут красивые брошюрки, снимают рекламу о том, что у задних пассажиров есть стеклоподъемники. Но неизменным остается только лишь одно. Восьмиклоп, как на Нива Тревел. Но как хорошо, что его тут нет. Потому что, очевидно, от моего рассказа у него бы уже загнулись клапана. И, друзья, вы видели надпись «Эллада». Это не значит, что машина работает в мексиканском ресторане. Это значит, что она электрическая. И теперь вместо двигателя внутреннего сгорания здесь стоит электродвигатель швейцарской фирмы MES. И двухступенчатый редуктор, который почему-то не гудит, как на обычной Калине. Получается, у нас тут отсутствует преемственность поколений. Что ж, Porsche Taycan, хоть тут ты кого-то сделал. Молодец. А мощность этого двигателя составляет 82 лошадиных силы. Что довольно-таки мало, учитывая вес автомобиля, тонн на 200. И если я захочу разогнаться до сотни, то это займет 18 секунд. Если что, я разгон начал примерно 10 секунд назад, друзья. Кстати, гораздо меньше времени вам потребуется для того, чтобы узнать всю информацию об автомобиле в приложении «Автору». Бывал ли автомобиль в ДТП? Скручивался ли пробег? Бывали какие-нибудь ограничения? Или просто нужно посмотреть все виды ремонтных работ? Все это вы сможете найти в отчетах про авто в приложении «Автору». О! Наконец-то! Значит, новой платформы, каких-то аэродинамических элементов или суперопций тут не было. Это обычная «Лада Калина», которая рулится, как обычная «Лада Калина». Очень вальяжно, с запаздыванием и, так сказать, опасно. Логично задать вопрос, для чего же была тогда сделана эта машина. Очень просто. Это был заказ от ставропольского губернатора на создание электрических такси в количестве 150 штук. Пока заказ выполнялся, губернатор сменился, пришел новый, и он задал вопрос, а зачем нам это?
это нам не надо, забирайте. И встал вопрос, куда же это девать? Корпоративным клиентам машину предлагали за 1 250 000 рублей. Дилеры пытались реализовать машину за 950 000 рублей. А частные клиенты готовы были заплатить не больше 500 000 рублей. Вот это я понимаю скидочка. И то, чтобы завладеть этой машиной, нужно было еще постараться, потому что если в ней что-то сломается, ты логично пойдешь к дилеру, а он не знает, как ее ремонтировать. Но все равно как-то с трудом продавал. Но нужно отдать должное за такой смелый поступок сделать электромобиль. Потому что в советское время был, так сказать, предпринят шаг сделать первый советский электромобиль на базе двойки с индексом 2801. Но они были сделаны строго для предприятий в количестве 47 штук. А как мы помним, что в советское время, что сделано для предприятий, можно было получить только после того, как Союз распадется. Все. Сейчас-то есть такой автомобиль КАМА-1, который по-настоящему пришел на все готовенько. Вот, Лада, вот настоящий боец. Это настоящая первая народная Тесла. И у меня еще остается вопрос к людям, которые придумывают название. Что еще за КАМА-1? КАМА есть только пуля. А самое яркое впечатление от вождения у меня идет из-за того, что я помню заголовок отзывной кампании. Это когда у них отказывали электроусилитель. Или то, что ты поворачивал направо, машина могла либо продолжить ехать прямо, либо поворачивать налево. Поэтому я еду сейчас и по-настоящему переживаю. Подкидывается адреналин, как будто я на спорткаре каком-то. А так, все очень стандартно. Если вы хотите узнать, какой тут уровень комфорта, то в 2021 году вы ощущаете себя комфортно. Как будто вы снова в 2005 году. Вот камера даже трясется вместе со мной. Шумно, можно разговаривать, зато громко, подтянуть речь. У ребенка прорежется слух. Все нормально, все как и должно быть. Если мы находимся в лесу, то, скорее всего, машина разрядилась. Либо ей только предстоит это, потому что запас хода составляет всего лишь 140-160 километров. Это как бы нормально, потому что Nissan Leaf первого поколения ездил примерно так же. А если мы будем пользоваться кондиционером или печкой, делим пополам все, да. Но если мы захотим зарядить машину, то нам потребуется 8 часов от обычной розетки и 2 часа от суперстанции, которой тут нет. Ну а если мы подключим машину к зарядке от Porsche Supercharge, то, скорее всего, она сгорит. Ну или превратится в девятку. Все мы помним старые корни. Peace, миру. В целом, это все та же Лада Калина со своими особенностями и со своими болячками. Я совершенно не был удивлен, когда видел бортовые журналы, где люди их также тюнингуют. Распорочки, тормоза, амортизаторы, проставки под стаканы, чтобы их не выгнуло. Даже кто-то электродвигатели меняет. Поэтому в нашей стране «Лада» — это всегда большая авантюра, будь то электрическая, бензиновая, водородная, неважно. У нас всегда есть понимание, что это смех и слезы, что у нас есть иногда идеи, у нас есть умы, и у нас никогда нет бюджетов. Но если мы сохраним с вами нотку адекватности и объективности, эта машина все-таки была таким небольшим, но уверенным шажочком для нашего автопрома. Потому что если вы живете где-то в Подмосковье или просто ездите 50-100 километров в день, она вам подойдет. И у вас будут плюсы. Например, что вы не тратите на бензин. Или у вас бесплатные парковки. Да, у электрических машин есть такая опция. И еще вы, конечно, заботитесь о природе, что немаловажно в современном мире. Поэтому я считаю, лучше страдать и плакать в Ладе, чем в маршрутке. А на этом, друзья, все. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А я пошел за очередным ярким автомобилем.